Всем привет! Продолжаю игру и в этой части планирую покачаться. Всю часть потратить. Блин, темно как, капец. Всю часть потрачу на прокачку, значит, зачарования, потом магии изменения и чуть-чуть, может быть, алхимии. Эта часть точно уйдет на прокачку, может быть, еще следующая, хотя, скорее всего, следующая. Поэтому сразу предупрежу, что чего-то такого особо интересного, какой-то движухи в этой и следующей части ожидать не стоит. Будет простая, спокойная прокачка, потому что мне довольно острая необходимость сейчас стоит в прокачке зачарования и в целом нужны уровни, чтобы взять хоть тоже какие-то острые необходимые перки. Несмотря на 61 уровень, еще очень много есть перков, которые вот острые, в которых я еще остро нуждаюсь. Беру знак мага, чтобы быстрее прокачка шла. И, кстати говоря, я... Оба-на. Дракон, нежданчик. Садиться будешь? Нет, он будет. Здесь с ним подраться, думаю, или до города пробежаться. Не хочется, чтобы он в городе кого-нибудь случайно убил, но здесь ему сесть негде. Вообще можно и отбежать, просто он, кстати, отлетел далеко. Если сейчас в другую сторону быстро убежать. Нет, он вернулся. Нет, это не он, это волк. В принципе, дракона убить особых проблем не составляет, но не хочется тратить на это время. Ну все. Дракон про нас забыл. Говорят, стражи А в прошлой части я говорил, что побегу прокачиваться в этом, в коллегию Интерхолда, чтобы там сразу брать уроки. Но после части подумал, что так не получится, потому что, например, там нет кузнечки, чтобы сковать, если что, дополнительное количество перчаток на зачарование. И там нет большого количества NPC, чтобы качать изменения. Изменения я качаю за счет обнаружения жизни, а это заклинание, она тем, чем лучше, чем больше людей в окрестности. Существ любых тем, оно лучше прокачивается. Для этого я обычно стою в центре Вайтрана. Он довольно людный город в центре. А вот какие-то других мест, то есть в Коллегиум Холла, там значительно меньше. NPC, соответственно, качаться будет значительно медленнее. Поэтому буду бегать из Вайтрана в Коллегиум Холла. Сейчас вот у меня что, чуть-чуть до уровня тут осталось. Я сейчас начну качать зачарование. Сделаю так, чтобы у меня вот осталось буквально там чуть-чуть до уровня. Сбегаю в коллегию Интерхолда, возьму первые 5 уроков на этом уровне. Так, не то. А ладно, пофиг. Первые 5 уроков возьму, у меня сразу будет следующий уровень. Ну, еще сразу 5 уроков.
есть получится, что не надо будет бегать каждый уровень туда, а раз в два уровня. Сразу буду брать по 10 уроков. Кстати, ради интереса проверю. Ты умеешь добиться. Деньги у них не обновились. Клинки, О, шлемы, надо же, деньги обновились. практически Офигеть. все необходимое. Быстро, быстро. Значит, думаю, потрачу время на торговлю. Опять сменю амулет на Если что, купца и если погнали хочешь, торговать. только лучшее оружие и броня. Ладно. Зелий на продажу у меня Франция много, мелко. денег нужно Да все, еще что тоже доброго много, еще воя, дома дружа. покупать, еще уроки брать, кучу уроков еще качать. Как я говорил, один из вариантов прокачки красноречия, это когда у какого-нибудь мага скупаются все его книги, потом ему опять эти книги продаются, потом снова скупаются и так далее. Тоже нужно много денег для этого. Приятно иметь дело. Да? Вообще даже подумываю, когда будет 100 красноречия и возьму А, перк на привет, плюс 100 владеешь 1000 золота луком, ко да? всем У торговцам, меня есть именно то, что тебе нужно. накапливать золото станет значительно проще. И в этом плане может быть имеет смысл сейчас потратить эти 50 тысяч на вот именно куплю-продажу книжек, тем самым прокачку. Прокачать до 100, хотя денег, конечно, даже 50 тысяч может не хватить. Ну и смысл в том, что за счет этого следующие 50 тысяч можно будет набрать значительно Приятно быстрее. иметь с тобой дело. В идеале, конечно, к одному торговцу подойти, продать ему зелье 1050 и все. И не приходилось бы бегать вот так по десятку торговцам, с каждым Я по не чуть-чуть говорю, что я торговать. лучший кузнец в Вайтране. Этот титул за Давай, Йормунда хватит уже твердит. эту речь О его славе заталкивать. легенды ходят. Я Сколько лишь можно? прошу. Сюда подвинься. Не доводилось встречаться с моим отцом. Он работает Доводилось, доводилось. управить драконьим. Знаю, что ты даешь ему советы, да. Я медленно разбираю кожу, чтобы случайно не разобрать свои перчатки. Посмотри, что у меня есть. Наверное, мы с тобой здесь побрякушки, всякая всячина и прочие Этот, бездельцы. как обычно, подхалимничает. Билли Тор. Блин, что ж у всех имена такие? Не то, что запомнить. Упс. Не то, что запомнить их тяжело, их даже выговорить трудно. Заходи еще. Надо что-то делать с этими вампирами. Казалось, что труп лежит. У меня для всех найдется что-нибудь под... Что тебе нужно? Погляди.
Если потребуется лекарство. И еще два торговца. С весом нормально. Вернуться должен без перевеса. У меня стали ковры. Слава богам. Тысяч неплохо, но маловато все равно. На всякий случай надо проверить, у меня там никакой болезни нет. То я как-то походил в той части без этого, без амулета с иммунитетом к болезням. Драконьим пред. Я так понимаю. Вообще надо было сразу взять свои запасы вот этих. Запасы наручней кожаных. Потому что здесь мне сейчас надо начинать эту прокачку. Ну, ладно, пробегусь туда обратно. Знаю, раз у тебя есть способность. Хотя нет, начинать мне сейчас прокачку еще нельзя. Я еще как минимум не поспал. Баф на плюс 10 опыта, он очень не лишний будет. Эти зелья будут нужны скоро, так что надо их не потерять. Я не говорю, что я лучший кузнец в войне. Этот тип зажжет на все. Сейчас посплю и пойду качать. Качать буду немного. То есть чуть-чуть прокачать, чтобы уровень не взять. И побегу за уроками. Честь тебе, Тан. Спасибо. Так, как я не заметил, эффект появился. Да, хороший отдых. Здесь, в Скайриме, Раску. Для наших островов. Дай-ка угадай. Отец говорит, я пока мал для меча, так что дерусь на кулаках. Ну что ж, погнали. Сейчас надо вспомнить, какие там наиболее дорогие... дорогие зачарования, потому что в зависимости от дороговизны. Вот я смотрю, стрельба и скрытность весьма ценится. Великие камни вообще-то надо бы скинуть. Так, давай-ка я скину здесь великие камни, чтобы их случайно не потратить. Они мне пригодятся, так сказать, при нормальном зачаровании. Так, не то скинул. Великий, большой.
Стрельба, скрытность. Ну, сейчас будет долгое такое накликивание. Камней много, этих наручей немного. Так, сейчас буду с минут, наверное, 10, 15, 20. Хотя нет, наверное, меньше. Все-таки мне же надо бежать. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Бежать, буду уроки еще брать. Говорить, в принципе, думаю, ничего не буду, потому что я более чем уверен, что вы, зрители, это промотаете. Это совершенно скучное накликивание. Я бы сам его промотал, только не могу. Так, еще один навык возьму и побегу за уроками. Ну что ж, все, мне там хватит, 5 уроков возьму, и точно будет еще следующий уровень. Вес, я думаю, ничего скидывать не буду. Что насчет зелий? У меня нет зелий на восстановление выносливости. Впрочем, можно и без зелий добежать. Хотя можно и сделать, не знаю. Я прикидываю, что проще, потратить минутку на создание зелий, либо чуть там подольше бежать. Думаю, все-таки сделаю зелье. Буду бежать на одном спринте. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Так, восстановление запаса силы. Ради интереса засеку, за сколько я добегу до коллеги Винтерхолда. Няш, у тебя есть секундомер под рукой? Просто у меня на телефоне его долго открывать. Сейчас девушка секундомер включит. А, ну, может, на расчет 3. Ну, ты говори. 1, 2, 3.
побежал. Так, оружие надо спрятать. Ой. Волнуюсь. Это слетел. Хотя, конечно, финальные, скажем так, финальные эксперименты по скорости пробегания там Скайрима или там от одного города в другой будет потом, когда у меня будет полное и наилучшее зачарование на скорость бега. Для этого надо зачарование там на 150 иметь. И все перки там практически все прокачать. Хотя на бег там, в принципе, особо. Хотя нет, там все равно надо будет еще взять два перка на зачарование этих. Как их там? Ткани грез. Там есть перки, которые на 30% эффект, накладываемый на ткани грез, на 30% сильнее. Интересно, с какой стороны эти скалы выгоднее всего бежать. Неплохо, конечно, да, получается. Персонаж летит тут со скоростью торпеды. Даже не сильно парюсь по поводу врагов, потому что они меня не догонят. Это уже не очень. Хотя нет, можно прыгать. Я думал, будет обрыв. Так, ну, коллеги, Винтерхолд, где ты там уже? Должна уже где-то на горизонте появиться. То, что я здесь спустился к... Я, конечно, себе маркер неправильный поставил. Надо было себе на Данстар поставить маркер. Потому что я здесь к воде спустился. Мне еще надо будет тратить время на то, чтобы подняться. Ага, да, я вон как... С какой стороны зашел. Не с лучшей. Здесь вообще вопрос, я здесь смогу подняться-то? Блин. Запорол себе быструю пробежку. Да, потому что мне надо будет возвращаться. Волк, иди отсюда. Печальненько.
5 минут прошло, Полина говорит, ну, значит, думаю, если бы я бежал бы более правильно, сразу, ну, в принципе, вот здесь есть подъем. Не сильно придется этот обед делать. Не сильный крюк. Полин, сколько там времени сейчас 5:57. Ровно? 5:57. Ну, значит, 6 минут получается. Ну, довольно... Довольно быстро, да, все, спасибо. За 6 минут от Вайтрана до коллегии Миттерхолда. Сейчас возьму уроки на... Магия восстановления. Полноценная школа магии. Что бы там да, тебе ни да, говорили. Полноценная. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. 10 тысяч, как не бывало. Кстати говоря, у нее деньги можно будет вернуть. И надо будет это не забыть сделать. Так, туда. Новый уровень. Да. Вложу я в двойной эффект зачарования. Снова промотал. Где оно? Химия, восстановление. Вот оно. Ага, 120 надо. Не вложу. Так, мне нужно... Чар умений. Для этого надо сюда вложить. Почему еще материалы моих исследований постоянно пропадают? Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Угу, все, 75. Больше не поучиться. Чары и заклинания для... У кого есть к ним талант. Давай, давай. Блин, 7000 у него придется оставить. У меня зелье закончились. Паралич не хочу продавать. Он мне пригодится. И снова я нахожу на своем столе писульку с оскорблениями. Просто варварство какое-то. Так, какие уроки взять следующими? Можно, в принципе, магию разрушения. Мирабелла неплохо справляется с... Конечно, заклинание сосредоточения. Также стоит... Давай. К примеру, хватит. Если изучать лишь огненные заклинания, только думай, где и как применять мою науку. Все, уроки взяты, и... Ну, хотя я все-таки немножко зелий сделаю, может быть, я смогу парочку дорогих зелий сделать, продать их сразу. И побегу обратно качать. А хотя я же здесь могу прокачать. Покачать это... Зачарование. Здесь же алхимия.
восстановлю. Так, давай мои деньги обратно. Хочешь овладеть подруга. Тайными искусствами. Практически все деньги вернул. Отлично. До встречи. Сейчас проверю, у меня этот активный эффект отдых еще держится. Хороший отдых еще, да, еще держится. Ну что ж, тогда прямо здесь продолжу прокачку. Я забыл, что я могу эти обратно собственно наручи продавать, у меня их тоже на очень приличную сумму будет, их так и так надо будет продавать, потому что весят они прилично. Почему-то иногда сбивается список, приходится прокручивать. Снова сбился. Ну, кстати говоря, камешки тоже и заканчиваются. Я думал, у меня их побольше будет. Сотня. Ну, сотня в Редане, это только разогреться. Надо качать до 150. Редан в этом плане задротный мод. Здесь надо качаться и качаться.
И последний камешек. Все. Все, камни закончились. Закончились они, конечно, быстровато. Но здесь еще. Здесь еще, собственно, торговцы есть. Попробую у них перепроверить, есть ли у них еще камни. Да, кстати, камни есть. Поэтому я их скуплю. До встречи. Больше она здесь на этом втором этаже одна сидит. Да, похоже, одна. Мирабелла неплохо справляет. Что? Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Продавать мне нечего ему. А, нет, почему, как же нет, перчаток-то. Перчатки надо продавать. Жду не дождусь. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Поехали. До встречи. Готово. Немного найдется. Еще один, я думаю, у него тоже. Итак, должно быть. Ты хочешь овладеть тайными искусствами? Да. И возвращаюсь к столу с зачарованием. Хотя у нее тоже надо деньги вернуть. Почему материалы? Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Ну, неплохо скупил. Получается, сюда нужно тоже периодически забегать, исключительно за покупкой уже зачарованных камней душ. Точнее, не зачарованных, а уже за камнями душ с душой. Потому что как минимум здесь душевных камней душ, как говорит девушка, да. Потому что здесь, получается, в одно здание только уже забежал, и уже он сколько закупил у трех торговцев. А думаю, здесь еще, я думаю, у некоторых есть продажи. Великие камни тратить не буду, еще пригодятся. Ну что ж, здесь получается практически все. Я, наверное, еще в другой, хотя в другом здании здесь получается. Эй, алло, чуть я выпить не могу.
Я вот думаю в другое здание забегать. Там, наверное, будут в основном эти ученики. Можно забежать да проверить. Первого вообще никого нет. Так, ты. Прошу, обращайся к архимагу только в случае крайней необходимости. Получается все. Возвращаюсь в Айтран. Прокручу до утра, чтобы было немножко повеселее смотреть на эту пробежку. Да и сам могу в этой, в темноте куда-нибудь забежать не туда. Зависания какие-то на ровном месте. Я еще не могу перепрыгнуть банально. Да какие-то невидимые стены. Да уж. Физика. Кстати, как с весом, да, вес полегчало. Кстати, здесь тоже один торговец, у которого тоже есть камни душ. Я кручусь, так что мы пока держимся. Так, да уж, и раз на брата что? Полагаться нет, нечего. Нет этого. Приходится все делать самой. И если ты ищешь Ранмира, то он либо уже храпит в постели, либо еще набирается. Сегодня. Мой брат пропоится. Давай уже торгуй. Его воля, он бы уже давно дом пропил. Я продаю почти все, что угодно, если мне очень уверен. Так что пару раз я была на грани разорения, пару раз сильно обжигалась, но в целом пока держу. Ты хочешь дать мне денег? Я буду работать, не покладая рук, чтобы оправдать твое доверие. Ну и... Вот да он. Немного того, немного сего. Да, немного у нее ко мне душ. Продать мне, да, есть что. Угу. Так, и надо сменить амулет. Кстати, сколько у меня зелий осталось? У меня было их 40, а запас сил, получается, 20 на дорогу в один конец. Ну, обратно я их тратить не буду, потому что мне они еще пригодятся. Как-то расточительно получается бегать из города в город. Ой-ой-ой-ой, а у меня нет ванитовой кожи. Теперь надо на него душу захватить, медведя. Ты не зря умирала. А, вот. Пробивает, однако. Стоять полчаса зырить на этот трупак. Государственное дело. Иди своим.
Еще один клиент. Для того, чтобы отдать мне душу. Теперь можешь катиться. Хером. Все, ну, катился? Нет. Не хватает ему. Так, скользящего момента, чтобы скатиться. Побежал до Вайтрана. Дракон, что ли? Да, дракон. Я его не вижу. Ух ты. Прошелся спиной. А, затрясло. Это, видимо, из-за того, что этот дракон, собственно, сел. О! А вот этот Алдуин тут оживляет очередного. Привет. Давай подеремся. Надо заюзать урон на одноручное оружие. Блин, конечно, рано я заюзал. Он может сейчас эти 30 секунд летать. Давай, 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 садись, дружок, садись, садись, садись. Вот, блин, засранец, сразу снова взлетать. Садись, садись, о, о, ты не присел. Думаю, например, через гору можно здесь пройти или нет. На бандюков тратить время не хочу. У меня в этой части и в следующей прокачка цель другая. Цель прокачиваться. Блин, плохо, если придется убегать всю гору. Черт. У меня вот тут есть проход. Тут дракон стоит, ждет. Ой,
Мне лень с ним биться. Если не отстанет, побьюсь у Вайтрана. Пока пускай живет. Побежали куда-то. Драконы побежали. Правильно. Занимайтесь друг другом. Я бабочек половлю. Цветы пособираю. Один. Как вас много? Или это тот же? За мной все летит. Так, вот маги. Это не очень. Маг огня. Юзаем. В бонитовых успехах. Интересно. Ого, ничего себе. Отнял буквально там четверть здоровья, а он уже этот провел добивающую атаку. Ну, из эбонитового здесь один только доспех, который мега тяжелый, поэтому я его даже брать не буду. Не, аж представляешь, как я заелся. Я даже с бандюков не снимаю это. Эбонитовые доспехи. В пяти буквально в минуте ходьбы от города, где можно разобрать. Ну я тут. Девушка смотрит удивленными глазами. Сожрался. Да, зажирался. Мне нужны сейчас камни душ у торговцев. И, по-моему, все остальное я себе сделаю. Говорят, уже сам. Что надо, скую. Как надо, зачарую. Ты умеешь добиваться своего. Кстати, у тебя не обновились? Если... Да все, что доброму воину. Нет, деньги у них не обновились. Если что понадобится, ну, в принципе, слишком мало времени прошло. Еще вот здесь, по-моему, есть камни душ. Нет, нету. Где-то у меня вообще дома я складывал камни душ. Надо бы перепроверить. Сияние рассвета. Битва Мертуса. Мируниса. Так, 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 так. Тут... Тут руда и слитки. Честь тебе, Тан. Ага, вот, у меня, оказывается... О, да, я думаю, что у меня так мало. А мне душ, вот где у меня души. Возьму все. И оставлю великие камни душ. Ну, ведь, наверное, тоже можно. Все, все остальное, ну, собственно, сейчас продолжится. Точнее, не сейчас, а в следующей части. В доме бардак, ладно. Я твой меч и твой щит. Сейчас посплю, выйду, и эта часть закончится, а я следом начну следующую играть. Хочу хорошенько прокачаться за присест.
Кстати, не появился этот хороший отдых. Может, мало поспал. Сейчас тоже нету. Странно. Хороший отдых. Ладно. Видимо, он не не перенакладывается. Так, что там? Какой-то замес. Снова бандюки. Да, в смысле эти вампиры. Блин, а как их можно здесь бить? Нифига не вижу. Наверное, ты, вот. Будем определять по тем, кто ко мне сам подбежит. Этого мастера долго будете с вами делить. Так, вот твое лицо я здесь не помню только. О, так, надеюсь, я никого из своих не заделал. Снова будут трупы посреди города говорят, валяться. Никакого порядка. Так, ну что ж, эта часть началась ночью и заканчивается она снова ночью. Все, до следующей части. В следующей части также продолжу прокачиваться. Все, всем пока.